Мне надоело ползать в темноте. Скрывая свое имя и свое прошлое. Когда-то я командовал целым полком. Теперь меня называют собакой. Предателем. Убийцей. Закрыть ее! Да, я закрыл ворот. Я закрыл ворота. Я никогда не знала, как низко я могу пасть. И каким далеким может казаться мое прошлое. Когда-то я была красивой девушкой, богатой, купалась в бриллиантах. Теперь я побираюсь ради валюты, которая имеет хоть какое-то значение в этом мире. А моя гордость? Теперь она ничего не значит. Когда-то меня высмеивали и игнорировали. Я терпел это на протяжении многих лет. Я проповедовал правду, которую они не хотели слышать. И они смеялись, подобно детям. Затем настал Армагеддон. Предсказывал. Внемлите же мне, братья и сестры, ибо моими устами будет говорить Бог. Не я ли предрек конец света? Не я ли говорил вам на улицах, что грядет возмездие Божье и чаша грехов человечества переполнена? Но теперь они должны столкнуться со своими грехами. И лишь я могу вывести их из этой тьмы. Но Господь!